spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. Сегодня в нашем обзоре представлена мультипликаторная катушка Troll 800L, производителем которой является компания Kasadaka. Само название данной модели говорит об ее основном назначении – это ловля троллингом. Вес равен 744 грамма, а передаточное число составляет 6,2 к 1. Давайте поближе рассмотрим этот интересный экземпляр, выпускаемый под левую руку. Чтобы обеспечить высокую надежность, необходимую при борьбе с крупной и даже трофейной рыбой, корпус и боковые крышки выполнены из прочного алюминия. Но обратите внимание, снаружи имеется дополнительное противоскользящее покрытие. Чтобы ход был плавным, в катушках устанавливается 7 подшипников, 6 из них шарикового типа и один роликовый. Спереди мы видим лесоукладчик с так называемым бесконечным винтом и глазком увеличенного размера. Необходимо отметить, что данная система не отключаемая. Это обозначает, что во время отпускания приманки она движется вслед за леской. Благодаря этому не создаются дополнительные перегибы и снижается трение. Для разблокировки шпули на левой стороне установлен крупный флажок. В одном положении мы получаем свободное вращение. С целью возвращения катушки в режим намотки необходимо вернуть переключатель в исходную позицию. Как и многие мультипликаторы, предназначенные для троллинга, Kasadaka Troll оснащается трещоткой. Включение или выключение этого механизма производится на правой боковой крышке. Использование данной функции может заменять сигнализатор поклевки. Изогнутая силовая рукоять X-Power оснащается крупным прорезиненным T-образным кнопом. И обратите внимание, что имеется два отверстия для фиксации. Одно более подходит для скоростного вываживания, второе – для силового. В конструкции предусмотрена система антиреверса, исключающая случайное проворачивание в обратную сторону. Далее находится звездочка регулировки фрикционного тормоза. Кстати, за счет трещотки, создающей при переключении звуковые эффекты, дозировать усилия на фрикцион стало гораздо удобнее. Рядом установлен регулятор осевого тормоза. Алюминиевая шпуля большой вместимости создана с использованием технологии MCP без перфорации. Лесоемкость составляет 250 метров монофила диаметром 0,50 мм. В средней части расположен выступ для фиксации концевой петли и последующей намотки лески. В комплектацию Troll 800L входит система крепления мультипликатора к удилищу. Она включает пластиковую скобу, пару шпилек с головками и стопорные гайки. Также в наборе есть специальный ключ и тканевый чехол с веревочной утяжкой для хранения вашей катушки. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.